Нападение на журналиста и оператора телекомпании «Седьмой канал» совершила группа преступников в районе рынка «Северный». Виновных задержала полиция. Начато расследование. Редакция журналистских расследований «Седьмого канала» готовила репортаж о торговле контрафактными сигаретами возле рынка «Северный». Сначала продавцы активно выражали недовольство, а потом вызвали на помощь группу подельников. По информации, поступившей из телекомпании, они выбили камеру из рук оператора Игоря Гвоздева, схватили его и угрожали расправой. До прибытия полиции нападавшие попытались скрыться и ударили бампером своей машины корреспондента Виктора Надюка. Вместе с полицией журналисты преследовали и задержали правонарушителей. Позднее у корреспондента врачи обнаружили разрыв связок на левой ноге. Пострадавшие написали заявление в полицию. Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко обратился к руководству полиции с требованием проведения оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности. Суворовская районная администрация, местный участковый и начальник районного отдела полиции не могут не знать о левых торговцах. Преступный бизнес организован давно и без высокой крыши существовать не может.